До нас зараз до прямого ефіру долучається Агаєв Анар Натіг-Оглы, заступник голови громадської організації «Одеська діаспора азербайджанців Барлік». Вітаємо вас. Знаємо, що ваша діаспора також не залишається осторонь. Зараз усіляко підтримує місто та Україну. Доброго ранку. Почему вы решили принимать активное участие сейчас в поддержке Одессы и Украины в целом? Потому что мы, азербайджанцы в Одессе, всегда считали себя как у себя дома, потому что мы любим очень Украину и Одессу тоже. Нас тут всегда воспринимали как своими. Поэтому мы никогда не покинем свой дом, свой город, свою вторую родину. Украина для нас вторая родина, и мы очень любим украинский народ. Азербайджан и Украина стратегические партнеры, и народ друг друга очень любит и должен поддерживать в это трудное время. Насколько большая диаспора, вот в частности в Одессе? В Одессе, если считать с области вместе, около 30 тысяч где-то азербайджанцев. В свое время в Азербайджане тоже были ужасные военные события. Мы знаем, что многие в те неспокойные времена переехали именно в Одессу. Как сейчас вы помогаете Одессе? Я тоже сам пережил эту войну еще, когда мне было 13 лет на Горном Карабахе. Эти же оккупанты тогда тоже поддерживали ту сторону, которая агрессора. Россия поддерживала Армению, и они захватили нашу территорию. Слава Богу, мы уже года два назад вернули свои земли. И мы желаем, чтобы Украина тоже справится с этим оккупантом, и скоро мы будем праздновать победу Украины и территориальную целостность с Крымом, с Луганском, Донбассом, всеми точками, которые было, сейчас есть юридически и будет Украиной. Мы самые первые дни мы начали активно заниматься эвакуацией и своих соотечественных, и местных граждан. Нам обратились с разных городов, в основном где там Мариуполь, Харьков, Киев и с Одессы тоже. Мы организовали автобусы, чтобы их отправить как минимум до границы и несколько раз даже до Кишинева. А потом мы еще начали активно заниматься наша диаспора. Вы, наверное, видели в роликах, что раздавали хлеб, раздавали фрукты, овощи для пенсионеров, для малообеспеченных семей, для детдомов. Мы сами, я практически каждый через день езжу по нашим защитникам, по блокпостам и стараемся им как-то горячей едой их поддерживать тоже. Вот таким образом, чем можем, помогаем и считаем себя тоже частями обороны Одессы, частями частями этого того, что происходит сейчас. Спасибо вам большое за вашу активную позицию, за то, что вы не остаетесь сейчас в стороне. Сейчас очень важна активная работа каждого на своем месте. Спасибо, что присоединились и к нашему эфиру. Мотивируете другие диаспоры быть максимально активными. Знамо на зв'язку був пан Анар Агаєв Натіг-Оглы, заступник голови громадської організації «Одеська діаспора азербайджанців Барлік». Подпишитесь на наш канал «Будра Ньюс» и будьте в курсе всех событий.